Привет, друзья, с вами AppleInsider.ru. Как часто бывает так, что наш друг начинает снимать видео на iPhone и делает это вертикально. Мы ему говорим, что ж ты делаешь, переверни телефон, снимай нормально, горизонтально. Он переворачивает, причем делает это не прекращая записи, и в итоге в нашей фотопленке появляется вот такая непотребная фигня. Это и не вертикальное видео, и не горизонтальное. И что с ним делать, совершенно непонятно, потому что по идее все должно выглядеть так, как сейчас на экране. Но не спешите удалять получившееся видео, потому что его еще можно исправить. Как? Давайте смотреть. Итак, перед нами сейчас приложение фото, в котором находится вот это ужасное видео. Давайте еще раз его посмотрим. Начинается оно с вертикальной съемки, а затем переворачивается, и получается как бы такая горизонтальная съемка, но перевернутая на 90 градусов. Что мы делаем сначала? Сначала мы с помощью инструментов редактирования просто убираем первую часть, потому что вертикальная съемка нам не нужна ни в каком виде. Мы ее сразу выбрасываем. Мы просто отрезаем этот ненужный кусок. Затем мы открываем приложение iMovie для iOS, создаем новый фильм и затем импортируем в него наше видео. И теперь смотрите, что происходит. Мы просто двумя пальцами касаемся экрана, появляется такая стрелочка, и мы просто переворачиваем наше видео в нужную сторону. Вот и все. У нас получилось именно такое видео, какое мы хотели. И после этого мы, конечно же, экспортируем наше видео в нужном нам разрешении. Да, конечно же, мы знаем, что iMovie для iOS — это не бесплатное приложение и стоит 379 рублей в App Store, но если вы не в курсе, если вы приобрели или активировали свой iPhone или iPad после 2013 года, то вы имеете право поставить это приложение совершенно бесплатно. Надеюсь, что вам был полезен этот совет. Создавайте шедевры с помощью камеры своего iPhone и перестаньте уже, пожалуйста, снимать эти вертикальные видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!